Возможно, вы даже не догадываетесь, какую ценность представляют ваши личные данные. Конечно, если вы являетесь далеко не последним человеком в этом мире, то знакомы с этим вопросом куда больше, чем я. Однако, что делать пользователям, которые в фильмах видели сцену, где за информацию о каком-либо человеке назначали огромную награду? У многих людей до сих пор есть мнение о том, что в современном мире никому не интересно знать то, во что вы одеваетесь и то, что вы едите на завтрак. Конечно, если подойти на улице к случайному прохожему и просто начать рассказывать обо всем этом, то он вряд ли станет вас внимательно слушать. Тем не менее, ваши данные будут иметь большой спрос на рынке товаров и услуг. В основном данные пользователей нужны для эффективного продвижения тех или иных товаров и услуг. Производитель будет иметь базу данных пользователей с нужной ему информацией. Это позволит ему совершенствовать свой продукт, чтобы соответствовать предпочтениям как можно большему числу потребителей и развиваться в дальнейшем. Однако остро стоит проблема о том, каким образом можно предоставить информацию о себе напрямую, чтобы она не попала в руки третьим лицам. На этот вопрос отвечает технология блокчейн, благодаря которой будет исключено вмешательство со стороны третьих лиц. Осталось только разобрать платформу для осуществления подобных торгов персональными данными. С появлением Opiria Exchange у пользователей появится возможность иметь контроль над распространением их личных данных в сети. Точнее, пользователи сами смогут предоставить личную информацию за определенную плату, которая будет выступать PData токен. Именно за них различные бренды будут покупать вашу информацию. Опишите то, какую информацию вы предоставите, назначьте цену и ждите исполнения ордера. Но это не значит, что вы сможете продать за высокую цену некоторую информацию о себе. Конечно, назначить вы сможете, но кто захочет отдавать большие деньги за то, чтобы узнать, какого цвета свитер был надет на вас несколько дней назад? Умейте пользоваться информацией и извлекайте прибыль вместе с Opiria Exchange. Все необходимые ссылки по данному проекту вы найдете в описании. На этом у меня все. И всем пока!